Проплыть четверть километра или провести 10 минут под водой на одном вдохе. Это могут не супергерои со сверхспособностями, а профессионалы апноэ. В переводе на русский это греческое слово означает безветрие или отсутствие дыхания. Обычные люди с необычным талантом собрались вместе на чемпионате мира по подводным видам спорта в Казани. Соревнования проходят во дворце водных видов спорта. На чемпионате в Казани мировой рекорд в статике установил Мбранко Петрович. Он задержал дыхание больше, чем на 10 минут 30 секунд. А личный рекорд серба 12 минут и 11 секунд. В динамическом апноэ главной задачей является максимальное прохождение дистанции. Самое большое расстояние позволяет пройти моноласта. По команде судьи спортсмен набирает максимальное количество воздуха в легкие и начинает заплыв. Это экстремальный вид спорта, и ныряльщики могут уйти в блэкаут, когда головной мозг отключается от обслуживания неразумного тела. Поэтому в каждом заплыве рядом с участником соревнований находятся страхующие, которые в случае опасности придут на помощь. Правило в этом виде заключается на одном вдохе в ластах проплыть максимально далеко. Но для спортсменов очень важно после окончания дистанции показать контроль. И это как раз является как бы такой определенной гарантией безопасности, если можно сказать. По расстоянию, значит, сейчас рекорд мира за 250 метров. Я не помню сейчас точно метр, но вы можете себе представить, что нужно на одном дыхании проплыть больше 5 бассейнов. Российские подводники в числе сильнейших. Один из них – Александр Костышин. В отборочном заплыве спортсмен показал результат 230 метров и вошел в тройку лидеров. Александр сразу после финиша рассказал о своих личных рекордах и о том, что он делает для достижения таких результатов. Занимаюсь спортом, ну, по мере возможности. Тренируюсь. Не курю, не пью. Это спортсмен. Ну, я плавал и больше. Больше? Да. А сколько плавал? 256. Ну, на предыдущем мире, а вот в другой федерации. Там я стал третьим. Соревнования по апноэ будут проходить до 9 августа, там же во дворце водных видов спорта. Ольга Нуждина, Анвар Габдуллин, Владислав Поташников, телеканал ITV.